Познакомьтесь, Эндреа Рексер, журналист, культуролог и финансист. Рексер изучала культурологию и журналистику в университете Пасау, а также политику в Папском католическом университете Вальпараисо. Эндреа работала репортером в независимом онлайн-журнале «Детая». С 2014 года она является главным редактором отдела финансов в ежедневной газете «Süddeutsche Zeitung». В приоритетах отдела – страхование, недвижимость, банковское дело, финансы и финтех. Также Эндреа – организатор ежегодного мероприятия SZ Finance Day, среди спикеров которого известные банкиры, руководители инвестиционных фондов и представители власти –